прежде всего, это большая у нас программа. Я еще раз повторяю, что это большая социальная программа компании. И мы выбрали это направление как приоритетное направление развития детского спорта. Футбол является особенно самой массовой такой игрой, любимой игрой в России, поэтому мы обратили внимание на детскую футбольную лигу. Тогда были много предложений, но считаю, что это было удачное наше решение. Деньги, которые мы вкладываем, это, может быть, даже это деньги акционеров компании, но они идут на развитие детей, поэтому это будущее нашей России, поэтому это все оправдывается и очень все здорово. В следующем году я вообще-то хотел бы удивить следующим. Международный уровень у нас это очень хорошее направление, но в то же время мне бы хотелось увидеть детскую лигу чемпионов «Лукойла». Дело в том, что «Лукойл» осуществляет свою деятельность где-то в 40 регионах, в 60 регионах России, около 40 стран мира. Поэтому в каждой стране есть свои команды, в каждой есть свои предприятия, есть команды, которые... То есть это целое такое, будем говорить, государство, которое может провести и свою лигу чемпионов и выявить своего корпоративного чемпиона в международном плане, как мы проводим спартакиады. Поэтому мне бы было бы, может быть, даже интереснее провести такое соревнование, детскую лигу чемпионов «Лукойл» между предприятиями, городами, где «Лукойл» осуществляет свою деятельность, и выявить такого чемпиона. Было бы очень интересное соревнование. Но мы посоветуемся с Виктором Николаевичем, и, скорее всего, мы такое действие мы проведем.